У нас такая сегодня классная тема, тема работы с выражениями, да, это у нас самая основная тема, особенно после Димы выступать вообще намного приятней, Дима зажег, да, поэтому сейчас такая также основная тема, которая нам, конечно же, нужна в работе. Вот, если вопросы, ну, по поводу, какие бывают виды возражений и так далее, то мы все обговорим, если у вас какие-то вопросы возникнут, пропишите в конце, ладно, в конце отвечу. Так, ну, вкратце расскажу о себе, да, меня зовут Ибрагимова Гульнара, я в проекте больше полугода, да, с ноября месяца, вот, начала работать, меня пригласила подруга моя, вот, и сейчас вот успешно развиваем свой бизнес, я являюсь старшим менеджером. Вот, ну, начнем, да, самых три главных правила, да, это работа с возражениями, это, во-первых, вот Дима говорил, да, сегодня озвучивал их, это, во-первых, позитивный настрой, да, обязательно... Не забываем улыбаться, да, если у вас какое-то такое неприятное состояние, да, или вам плохо, лучше перенесите сразу встречу вашу, да, либо встречу, либо собеседование ваше, потому что без позитивного настроя ваше собеседование удачным не будет, я вам 100% могу сказать, потому что вы свою вот эту негативную энергию, да, передадите своему собеседнику, человеку, которому будет проводить собеседование. Вот, второе, да. Первый у нас позитивный настрой, то есть, ну, имейте в виду то, что это, естественно, не ваш враг, да, это ваш консультант, это ваш человек, которому вы проводите собеседование, возможно, это ваш даже будущий партнер, да. Второе, это не спорить, ни в коем случае не спорьте, потому что у каждого есть свое мнение, да, в любом случае каждый человек имеет свое мнение, и нужно нормально, да, правильно относиться к мнению человека. Поэтому либо вы просто, если будете спорить, либо вы добьетесь, да, ну, выиграете в споре, да, и человек просто, ну, как бы скажет, ну, выиграл в споре и уйдет, да, либо вы, либо в споре проиграете, да, и так ваш консультант скажет, а, я вот выиграл. Поэтому ни в коем случае не тратьте свои нервы, не спорьте с людьми, вот. И третий, конечно же, присоединиться, да, потому что... В любом случае, у каждого человека есть свои определенные сомнения, да, здесь уж определенная такая фраза нужна, да, когда вы уже присоединяетесь с человеком, у меня тоже были когда-то сомнения, да, ну, вот такая коронная наша фраза, ну, до тех пор, пока я, то есть и так далее, вот, поэтому ни в коем случае не спорим и присоединяемся, вот, дальше, да. Здесь у нас нужно, конечно же, определить тип возражения. Какие вообще типы бывают, да? Это, конечно же, возражение-отговорка, да, и возражение-вопрос. Возражение-отговорка – это такие возражения, да, когда ты уже работаешь непосредственно, задает тебе человек вопрос, да, и, ну, допустим, понравилось ли, устраивает ли работа, там, допустим, интересно ли и так далее, да. Тут человек начинает просто отмахиваться, да, это вот такое... В основном это вот такие жесты руками, да, это вот просто отговорка, да, ищут любые отговорки, отговорка на отговорку, да, то есть говорят, а, это лохотрон, а, здесь никто не зарабатывает, а, здесь у меня пробовали люди, да, вы вроде бы отрабатываете возражения и снова, да, вам снова дают отговорку, вы работаете с возражениями, снова отговорку. Поэтому здесь человек просто немножечко играет на ваших нервах, да, с этим человеком бесполезно работать, потому что он ищет именно отговорку. На любой ваш вопрос, да, либо уже на отработанное возражение, он в любом случае найдет вам отговорку. Вот, и возражение-вопрос, да. Чтобы правильно именно у вас сложилось ваше собеседование, да, ну, правильно вы отработали определенные этапы, да, именно собеседование, конечно же, нужно правильно работать с желаниями. То есть, если вы правильно проработаете именно с желаниями, да, вот Дима сегодня рассказывал, то, естественно, у вас в любом случае будет какой-то вопрос такой. Если человеку правда интересно, и вы правильно поработали с желаниями, да, ну, появится скрытый вопрос. Поэтому озвучите, естественно, после включения, естественно, желаний, да, вы уже озвучиваете скрытый вопрос. Вот, дальше, да, здесь непосредственно, здесь я еще решила добавить такие вопросы, да, вот сейчас разберем такие вопросы. Сейчас вот озвучу все. Если каких-то вопросов здесь нет, то можете элементарно в конце вебинара задать. Я с удовольствием отвечу. Как я обычно вообще работаю с возражениями, да? Первое, это вот такая стандартная сговорка, да, нет времени. Это постоянно люди об этом говорят, да? Нет времени, Орифлейм уже везде, это не мое. Найди нормальную работу, не занимайся ерундой. У меня аллергия, косметикой не пользуюсь вообще. Я ведь мужчина, да?
Затем слишком дорого, дешево, да, продукция дорогая, дешевая. Я пользуюсь другой косметикой, уже все в Орифлейме, некого приглашать. Я живу в маленьком. Если у вас есть такие вопросы, у кого сталкиваются, кто сталкивается с такими вопросами, поставьте, пожалуйста, плюсики. Вот лично у меня были и сейчас тоже есть такие вопросы, вот именно работа с этими возражениями. Плюсики, плюсики. До конца озвучу, если вам плохо видно. Я живу в маленьком населенном пункте, я живу в большом городе, я в косметике не разбираюсь, у меня не получится. Муж, семья против, у меня дети, не могу работать, я живу в маленьком населенном пункте, да? Я живу в большом городе, у меня нет знакомых, это же сетевой маркетинг, да, маркетинг, а это пирамида, я пробовал другой MLM, других MLM-компаниях, да, я уже был в Орифлейме и все знаю, я не такой, как ты, я не лидер, такое тоже случалось, мне постоянно так говорят, ну ты же умеешь говорить, быстро говоришь, охватываешь какую-то там хорошую информацию. Ну, к этому мы тоже вернемся, еще разберем все эти вопросы. И последнее. Мне неинтересно, денег хватает, я хорошо зарабатываю. Плюсиков хорошо видно. А, здорово. Плюсиков вижу много. Ага, все, плюсики вижу. Ну, давайте к первому возражению, да, нет времени. Конечно же, у многих людей нет времени, да, нет времени. Порой бывает и поесть, да, и поспать времени нет у большинства людей. Люди думают, ой, у меня время только на работу уходит и так далее, но не задумываются о том, что у них все время уходит на зарабатывание денег, да, зарабатывают, то есть больше времени уделяют, естественно, там, некоторые мне говорят, вот, я не успела кушать приготовить, там, из-за вашего вебинара, даже такое случается, вот, я на работе устала, мне там посмотреть вебинар нет времени, нет сил и так далее, да. Либо я пошла на прогулку с кем-то, да, поэтому у каждого есть свои проблемы, есть свои причины, есть свои отмазки, да. Это не только во время собеседования, вообще встречается везде и всюду, и с вашими уже зарегистрированными партнерами. Поэтому что хочу сказать, да, мы работаем здесь для того, чтобы у вас было время. Было время, конечно же, знаете, да, на что? На то, чтобы наше будущее было намного лучше, чем сейчас, да, потому что времени, конечно же, нам всегда не хватает. Здесь вот я несколько картинок таких подобрала своих, каждый, наверное, узнал, да, тут своих мотивашек. Мы работаем для них. То есть вопрос о времени, это детки, да, это наши детки. Что хочу сказать, мы работаем для того, чтобы наше время больше уделяли своим деткам. Просто подумайте, задумайтесь, если вы много тратите время на работе, мама на работу, да, мама в декрете, да, вы больше тратите время на детей, говорит, что я не успеваю ухаживать за ребенком, я не успеваю там ужин приготовить и так далее, да, но успевайте, мы тоже, в принципе, люди, мы тоже мамочки, мы тоже ухаживаем, да, за детьми, также и мужей кормим, да, и успеваем все, просто, что хочу сказать, именно упор делаю немножечко на акцент такой на мамочках в декрете, да, ну задумайтесь о том, что после декрета вы будете на работу, вы вообще не будете видеть своих маленьких мотивашек, каково будет им, да, то, что каждый узнал, да, своих малышей, это так приятно. Вот, это наши сердечки, да, вот задумайтесь после декрета, да, вам придется выйти на работу, вы, естественно, будете очень мало времени выделять своим деткам, своим маленьким солнышкам, которые требуют большего внимания. Вот, надеюсь, я порадовала вас этим слайдом, да, сегодня готовилась к этому. Вот, поэтому, конечно же, выделяйте больше времени работе, потому что именно работе Орифлейма, потому что, вот увидите, поработав год-полтора, да, у вас будет результат, очень хороший результат, и вы будете благодарить именно вашего спонсора, вашего человека, который вас пригласил сюда. Вот, дальше, да. Второе возражение, да, Орифлейм уже везде. Куда ни посмотри, в основном то, что такое случается, Орифлейм везде. Ой, рынок насыщен и так далее, да, но это же круто то, что Орифлейм везде, ну какая компания может позволить себе такое, да, так и говорите, вот именно на такое возражение, да, ой, там, Орифлейм там, тут, в таком-то городе, да, но это же круто, то, что вам не нужно мучиться с доставкой, да, в любой город, любой район, в маленьких даже районах теперь уже есть пункты доставки, да, сервисные пункты, это же вообще здорово, просто задумайтесь об этом, то, что это не маленькая какая-нибудь там, не маленькая компания, да, которая не может элементарно открыть для себя офисы, да, в определенных районах. Это вообще здорово, поэтому гордитесь этим. Вот элементарно, да, Полушка, Байрамы, Магниты, да, Матрицы, их же тоже много.
Поэтому, когда говорят Oriflame везде, ни в коем случае не огорчаемся, да, а наоборот, так правильно обрабатываем это возражение, потому что вот эти магниты, полушки, они тоже же везде, но люди же туда все равно ходят, поэтому так же и здесь у нас, да, мы в любом случае, люди никогда не прекращают мыться, да, не прекращают краситься, поэтому правильно обрабатывать это возражение. Вот эта картинка такая смешная, да, если ваш холодильник не заполнен еще полностью Oriflame'ом, да, значит Oriflame еще не везде. Вот. Дальше, да. Это не мое. Такая тоже стандартная отмазка, да, когда начинаешь говорить, рассказывать, вроде бы с таким позитивным настроем, да, говоришь. И тут тебе прям в лоб. Это не мое. Да, полушки на каждой остановке везде, да, и в кассах очередь, вот именно. Это не мое, да. Большинство вот и моих знакомых мне так говорили и говорят, но сейчас как бы уже меньше, потому что нужно правильно, естественно, да, отрабатывать возражения. Поэтому я сразу говорю, хорошо, это не твое, но это же мой. Допустим, если я работаю с теплым рынком, я же знаю, как человек работает, где он работает, да, сколько времени он выделяет работе. Так и говорю, тебе удобно с 8, вот если сотрудники банка, допустим, если я приглашаю, тебе удобно с 8 часов, с 8 часов утра, да, ты встаешь, если ты в Черниковке живешь, да, если ты там на окраине города живешь, ты едешь там, столько времени тратишь на дорогу, столько-то времени тратишь еще на пробки различные, да, нервы и так далее, и работаешь до 8 часов, плюс тому плюс дорога, да, 9-10 час, ты приходишь вся уставшая, отпусков у тебя нет, отпуски только тогда, когда не директор уходит, да, а все там старшие сотрудники уходят в отпуск, только после этого, да, не в то время, когда тебе захотелось бы. И здесь я, люди начинают задумываться и говорю, ну, смотри, ну, премия это точно не твое. Вот тебе банки дают премию, сколько тебе премию? В долларах дают, ну, ты же в долларах соображаешь, как я обычно говорю, да? Тебе в долларах премии дают, ну, сразу такой молчок, да? Вот тебе машину дают, вот, ну, хотя бы там какую-нибудь, не знаю, десятку какую-нибудь, хотя бы тебе денежки выделяли, ну, конечно же, нет, да, говорят. Или, ну, Volvo тебе дают вот на определенную, ну, вот дойдешь ты до директора, дадут тебе эту машину? Тут, естественно, человек начинает задумываться, ну, ладно, хорошо, а хотя бы на отпуск тебе выделяют денежки, кроме там, там отпуска, да, там отпускные начисляют, а на банкеты тебя приглашают, а вот на сцену тебя вызывают за отличные там выданные кредиты там и так далее, да? Поэтому, ну, хотя бы как-то награждают тебя. Вот такие вопросы задаю, и человек начинает задумываться. Поэтому не забывайте именно показывать все плюсы нашей компании, что здесь можно достичь, и, конечно же, вот с такой загвоздкой, да, ну, это же не твое, вот так вот. И я вам точно могу сказать, когда человек начинает говорить, это мое, начинает говорить, да. Поэтому, и я обычно задаю вопрос, а почему сейчас это не твое? Вот почему, если ты можешь это все зарабатывать, если ты говоришь, что это твое, почему у тебя сейчас этого нет? Поэтому люди сразу начинают задумываться и говорят, ну да, почему бы и нет? Ну, так вот у меня в основном знакомые мои идут на это. Так, вопросы, да? Еще не понимаю, когда говорят, это не мое, бывает вещь не твоя. Да, это верно, вот, Ксюш, правильно говоришь. Работать как... Большинство просто не знают, как суть работы, да, как нужно работать, поэтому вот они и говорят, что это не мое, да. Некоторые боятся больших денег, поэтому это тоже для людей такая проблема, когда говоришь, вот, у нас тут можно заработать 40 тысяч, они боятся, вот страшно, они вот так и говорят, Гульнара, ну нет, ну невозможно сидеть в декрете и зарабатывать там 40 тысяч. Поэтому я сейчас говорю, я зарабатываю 15 тысяч. Я зарабатываю 10 тысяч, то есть люди, чтобы не пугались, они, о, 10 тысяч, ну хорошо, а что там, и начинают интересоваться. Вот, просто лень разобраться, пишет Анжелика, да, нам такие не подходят. Правильно, если человек отмазывается, да, ну, бесполезно, возможно, он придет к вам со временем, да. Так, некоторые слушать не хотят, закрыты для новых возможностей, тоже верно. Многие не хотят выходить из зоны комфорта, это тоже, наверное, да, вы такое слышали. Потому что их устраивает то, что не каждый день ходит на работу, их устраивает, что у них детки там у родителей, да, родители смотрят деток, их устраивает, что сестра смотрит за ребенком, да, или их устраивает, что у них 15 тысяч, нужно определенные обязанности выполнять, да, там заказ и сидишь, оплатил, провел и так далее, и все. То есть они не хотят ничему новому учиться, да, и отмазываться тем, что им денег хватает, а хотя по факту нет, да, хотя снимают квартиры и так далее. Вот, дальше, да. Следующее возражение, это у нас
найди нормальную работу, не занимайся ерундой. Это обычно говорят взрослые люди, да, мамы. Мама мне тоже в одно время такое говорила, ну, не понимала, в принципе, то, что я в декрете, и я маме начала говорить, мам, я работать начала, поэтому, когда начала объяснять, что это через интернет, ну, люди просто другого, как сказать, другого века, что ли сказать, да, они привыкли работать руками, они не понимают, что через интернет можно зарабатывать. Поэтому здесь маме, да, поколение другое, верно, спасибо, Марин. Просто маме говорю, маме как бы я не особо все доказываю, да, потому что, ну, бесполезно что-то говорить ей, поэтому я ей так и говорю, мам, ну вот какая работа мне позволит элементарно сидеть рядом с дочкой, с Диной, да, и работать, да, проводить собеседование вместе с ней, какая работа мне позволит вот поехать в Москву сейчас, да, кто меня туда пригласит, вот работал я в банке 2 года, ну и что, ни разу не посетила ни одного мероприятия, да, ну ничего не было, ни разу меня не похвалили, да, никакой премии не было, и машины у меня нет, ну только ипотека, поэтому... Не доказывайте таким людям, делайте свое, да, просто мама радуется, что деньги идут, да, не понимает за что, но говорит, что в интернете, поэтому ни в коем случае с такими людьми не спорьте, да. А вот сейчас элементарно, ни одна работа не позволит нам поехать отдыхать, да, вот в сентябре едем, да, в Сочи, поэтому задумайтесь об этом, либо вы сами платите, да, за это все, либо, естественно, компания за все платит, поэтому просто нужно правильно, ну, мыслить, да. Поэтому вот тут вот я выложила такое сравнение, да, можете прочесть, я прочитывать уж не буду. Вот, дальше, да. Следующее, да, следующее такое возражение интересно, у меня аллергия. У кого было такое возражение? Были такие возражения, да? Ага, Алина смеется, значит, были. У меня аллергия, да, все прям как колючки такие, да, у меня на все аллергия. Начинаешь говорить, я ваша рекламу ненавижу, у меня аллергия. Вот, вот, Эльвина, ага, девочек много, Лена, ага, ага, много, круто. Ну, сразу скажу, да, это такие смешные люди. Я конкретно спрашиваю вообще, на что у тебя конкретно аллергия? Но они говорят, ну вот на ваши крема. Я говорю, ну какой конкретно крем? Ну там какой-то крем, каким-то кремом пользовалась. Я говорю, ну конкретно какой крем? Они даже не могут ответить. Ну, у меня подруга пользовалась, то есть вот так начинается, да? Поэтому... начинаю спрашивать, ой, у вас там такие туши, у меня прям там глаза слезились и так далее. Я начинаю говорить, какой именно тушью пользовалась? Может быть, тебе неправильно, может, тебе не подошло, может, ты неправильно подобрала. У нас там 1500 наименований товаров, почему бы не выбрать? У нас проводятся мастер-классы, давай вот проведу сюда, давай сюда. Вот, ну, то есть правильно просто нужно обрабатывать именно возражения, да? И иногда я еще говорю, не иногда, а частенько, да? Так, посмеиваюсь, это, наверное, не особо хорошо, да, но над знакомыми, только не с холодным рынком. А я говорю, так если у тебя аллергия, ну, так это не означает, что у всех аллергия. Ты же не только там элементарно, товарооборот личный можно, не только на себе, да, если тебе возможности нет, или там не шикуешь, да, деньгами, там самое прям дешевое покупаешь, да, не знаю, очень-очень сильно экономите на себе, да. Ну, пожалуйста, организуй товарооборот с подружками, у тебя есть подружки, которые себя любят, да, у тебя есть родители, которые моются, у тебя есть родственники, соседи, вот весь этаж, пожалуйста. Поэтому я вот над друзьями иногда вот так вот насмеиваюсь, да, то, что не суди по себе, говорю, но есть же люди, которые пользуются, ну, почему это именно суди по себе? У меня вот так вот сестренка пришла, тоже ненавидела, говорит, ненавижу вашу косметику, в итоге получила подарки, да, подарки начала получать, вся такая довольная, и так сейчас осталась потребителем. Не заинтересовал ее бизнес, да, осталась потребителем. Сейчас она без ума вообще от косметики, да, от шампуней, да, наших молоко и мед, она прям обожает их. Вот, дальше, да. Следующее возражение, косметикой не пользуюсь вообще, да, и такое же возражение, я ведь мужчина, ну, то есть второе возражение, это два возражения здесь. Что хочу сказать, да, когда люди говорят, когда люди говорят, что я не пользуюсь косметикой, я, честно, ну, когда вот именно на собеседовании, да, я просматриваю странички людей, да, ВКонтакте, если это мои знакомые, я просматриваю все фотографии и вижу, косметикой не пользуется, но губная помада на губе, да, у нее, косметикой не пользуется, но тушь у нее, да, косметикой не пользуется, но вид такой нормальный, да, у нее, то есть видно, что кремами пользуется. Поэтому
Здесь непосредственно, когда человек говорит, что я косметикой не пользуюсь, если, допустим, если мужчина, сразу отрабатываем это возражение, говорим, что мы не приглашаем на косметику, да, мы приглашаем на бизнес. Потому что здесь не только косметика, естественно, да, здесь упор стоит на товарообороте, да, именно о бизнесе речь идет. Здесь любой продукт мог быть, не только орифлеймский, да. Поэтому нужно правильно обрабатывать. Если мужчина, то, естественно, их сразу на бизнес. Если женщина, то же самое. И если, допустим, не заинтересовал, да, пожалуйста, пусть он будет потребителем. Мужчины тоже ухаживают за собой, да, парфюмы приобретают, мужчины также кремами пользуются, да, различными и так далее. Здесь вот привела несколько товаров, да, не косметики, элементарно, вот одежда, да, топики, да, наши вот лавкошины были, детские пижамы, набор инструментов, да, вот я на 23-й всем дарила. Затем элементарно вот лаки, да, краски для волос, то есть этим же точно мы пользуемся, да, даже если ты не хочешь строить бизнес. Поэтому крема, да, наша Novage, серия Novage замечательная вообще, для каждого возраста своя серия, это вообще здорово, ни одна компания такое не может предоставить. Наша замечательная wellness, да, мы без wellness вообще никак, я вот без внутрикомплекса вообще жить не могу, потому что после родов, естественно, волосы очень сильно слабеют, да, начинают отпадать. Внутрикомплекс для волос и ногтей – это вообще классная штука. Плюс утро у меня не начинается, естественно, без коктейля и без wellness-пэка. Это и муж у меня тоже пользуется. Это вообще, если я начну утро без wellness-пэка, то день у меня будет однозначно неудачный. Поэтому это прям мои подружки, мои лучшие, да? Поэтому вот детский wellness, да? Детские наши витамины, да? В любом случае… То есть, пожалуйста, если вы будете, не хотите прийти на бизнес, да, если вас не устраивает, ну, не хотите вы работать, да, поэтому не спорьте с такими людьми, предложите, пожалуйста, пусть они будут потребителями. Так, я тебя косметику зову на деньги зарабатывать. Да, Ксюша, верно. Мне одна сказала, я пользуюсь только натуральными средствами, маслами и шампунями, которые люди... А, да, Ксюш, люди самодельно из масел делают. Да, Ксюш, мы же читали, смеялись. Вот, поэтому в любом случае на витамины, сейчас тем более лето, да, иммунитет у нас также слабеет, да, потому что мы перешли с одного времени года на другое, да, все равно нужно, и погода такая обманчивая, вроде бы ветер, да, вроде бы солнце и так далее, поэтому витамины нам в помощь. В любом случае вы будете ходить, а вот прям так людям и говорите, ты будешь ходить, ты больше денег отдашь на аптеке, да, одно лекарство приобретешь, потом не подошло, еще пойдешь купишь, а здесь если будешь поддерживать свое здоровье, да, то с нашими витаминами wellness, да, то, естественно, ты в аптеку будешь реже ходить, намного реже. Вот мы в последнее время вообще не ходим в аптеку, только если там за мелкими такими там подгузники и так далее. Вот, дальше, да, следующее возражение, слишком дорого, слишком дешево, да, людям вообще не угодишь, да, есть люди, которые ищут отмазки, да, говорят, ой, у вас дорого. Ну, пожалуйста, у нас очень много туалетных вод, которые по 200, по 300 рублей. У нас очень много тушей, да, вот смотрите, ну, куда уж там дешево, куда уж там дорого, да, 99 рублей для незарегистрированных, для зарегистрированных 79 рублей. Ну, это вообще вот смешно, да, туалетные воды. Но если говорят дешево, да, ну, пожалуйста, предложите серию Giordani Gold, да, пожалуйста, туалетные воды Novage, да, если человек говорит слишком дешево, да, поэтому... правильно именно обрабатывайте возражения и ну, показывайте на примере, то есть вот чем вы пользуетесь и так далее. Вот я очень люблю серию Novage, да, и люблю серию Giordani Gold. У меня прям зеркало, ну, тушь, тоналка, вот это все я вообще обожаю, именно Giordani Gold. Вот. Дальше. Следующее возражение, да, я пользуюсь другой косметикой. Да, на любой карман у нас продукция, это правильно. Для любого человека, да, неважно какого он социального уровня, поэтому для всех наша косметика, наша продукция подходит. Я пользуюсь другой косметикой, да. Здесь я сама лично, в принципе, когда работала в банке, да, у нас в торговом центре мы работали, я в Ревгош ходила. Я даже, ну, ко мне просто не приносили каталоги, я, честно, не знала, что можно там со скидкой приобрести дешевле. Хотя туалетные воды там минимум за 1500 мы покупали. Вот, поэтому, когда мне говорят, ой, я пользуюсь другой косметикой другого производителя там и так далее, да, я начинаю говорить, то есть, а тебе за это платят?
То есть человек там начинает задумываться. Даже если не с этого вопроса начинаю, я в основном еще говорить начинаю о наших стандартах качества, да, потому что я очень люблю этим хвастаться, особенно я люблю значок FIFI, да, то, что наши туалетные воды выигрывают, да, люблю очень значок 100% качества, да, этим вообще может каждый второй, каждый хвалиться, потому что не каждая компания может это предоставить. И плюс мой любимый значок, моих два любимых значка, это то, что компания благотворительностью занимается, и то, что компания не проводит эксперименты, да, на животных. Это очень большой плюс, потому что не все компании проводят эксперименты на людях, да. Наша компания в том числе не проводит эксперименты на животных, поэтому это очень большой плюс. По поводу стандартов качества я говорила на тех вебинарах, да, как на мартышках проверяют, да, проверяют кожу, как кожа потянулась, да, на кроликах, то есть это очень страшно. Наша компания не проводит эксперименты на животных, не издевается над животными. То есть люди начинают об этом задумываться. Даже когда я вижу, что человек пользуется там другими компаниями, да, там, Avon и так далее, я начинаю говорить, а вот наша компания то-то, то-то, ну так вот начинаю людей дразнить, да. Поэтому я фанатка нашей компании, очень люблю нашу компанию и хвалюсь этим. Да, на женщинах-добровольцев тестируют, то есть не одна женщина, да, их несколько, людям, конечно же, платят огромные деньги, а животным-то платить не нужно, задумайтесь об этом. Так, дальше, да, я живу в маленьком населенном пункте, я живу в большом городе, да, ну, вот такие похожие возражения, да, уже все в Орифлейме, некого приглашать. Вот, что хочу сказать. Так, слышно, нет? Что-то я пропала. Ку-ку, Гульнара, я здесь. Появилась? Все, появилась. Здорово, да? Живу в маленьком населенном пункте, да, либо в большом городе, да, уже все в Орифлейме, некого приглашать, да. Сразу скажу, что если маленький пункт, да, но это вообще здорово, вы будете единственным человеком, который всю деревню помоет. Вот у нас есть в команде две девочки, две соседки, моя команда, наверное, их знает, да, они... Такие делают, они, ну, они только на продажах, их не интересует бизнес, они не хотят именно, они две конкурентки такие, да, они не хотят строить бизнес, но они конкретно продают. Они делают по 300 баллов. Маленькая деревня, представляете? Поэтому, если непосредственно строить бизнес, тем более у нас бизнес через онлайн, да, поэтому здесь уже непосредственно, возможно, вы будете там в своем городе, да, в своей деревне, да, это не важно, да, вот элементарно у нас, Светлана и Михаил Лазаревы, да, у них небольшое село, поэтому лишь бы желание было, да, будете самым таким основателем, и вся деревня ваша будет уже непосредственно либо ваш личный товарооборот создавать, либо всех вы будете именно обучать и так далее, да, создавать будут вашими партнерами. Если в большом городе, это тоже, это вообще круто, то, что живете в многоэтажном доме, да, либо там коттедж и так далее, людей много, то есть рекрутировать хорошо и так далее. Я все уже в Орифлейме, некого приглашать. А что здесь, да, тоже часто слышу такое возражение, задаю вопрос, ну посмотри, где ты живешь, ну посмотри, в каком ты доме живешь, а сколько в твоем доме квартир, да, а сколько в соседнем доме квартир, с кем ты живешь, да, с кем вы живете, да, с кем общаешься, они моются, они же моются, но ты же прекрасно понимаешь, что на этом можно заработать, да, поэтому приглашаем всех, кто моется, да, и кто хочет на этом зарабатывать. Если вы правильно расскажете суть бизнеса, суть работы, да, естественно, а человек, который поймет, да, смысл бизнеса, он, естественно, заинтересуется и придет. Вот, я в косметике не разбираюсь. Это такое стандартное также возражение, да. Часто мне об этом говорили. Что хочу сказать, да, здесь вот несколько, ну, у нас очень много профессионалов, да, несколько человек привела, да, в пример, вот Татьяна Французова, да, Татьяна Ахова, себя, да, тоже поставила. Хочу задать вам вопрос, как вы думаете, вот Татьяна у нас, да, Ахова, она, я помню, она занималась рефератами, да, ой, курсовые писала, Татьяна Французова, она учитель, да, если не ошибаюсь, ну вот я, в принципе, по образованию учитель, да, банковский сотрудник, вы думаете, мы разбирались в косметике, поэтому всему этому мы, естественно, учимся, да, это самые крутые лидеры, вот они мне очень нравятся, все всему учились, естественно, это не все, не с рождения пришло, да, поэтому
самое основное – только научиться, да, лишь бы желание ваше было. Дальше. У меня не получится. Большинство людей так говорят. У меня не получится. Даже не начав работать, да, не попробовав элементарно, люди начинают сразу пускать руки и говорят: у меня не получится. Сразу скажу, что получается у тех, да, научиться можно всему, лишь бы было желание. Научиться можно всему, лишь бы желание было, да. Получается у тех, кто действует, да, кто-то пробует, да. Вот здесь такой слайд интересный, да, здесь пробуй и получится, а если не получится, попробуешь опять, да. Дети же тоже, как бы это банально ни звучало, дети же тоже не сразу научились ходить, да, естественно, падали, да, синячки себе собирали, да, на ногах, на лице, царапины и так далее. Но они же не бросили это дело, согласитесь, они дальше учились делать это. Поэтому пробуйте, и у вас, конечно же, все получится. Мне часто говорят: ну ведь нужно ведь приглашать людей. Ну а где не приглашать, Марин, ну а где еще приглашать людей-то не нужно? Ну пойди ты в супермаркет элементарно там, не говорю про интернет-магазины, пойти в любой супермаркет, Байрам, Полушки, но если туда люди не будут приходить, бизнес это не будет у работодателя, сами вот вопрос такой задайте. Ну как, это же не перебирание бумажек, поэтому здесь именно правильно нужно им объяснить. Если интернет-магазин, неважно, платья это, продукты, если не будет потока людей, то, конечно же, не будет у вас товарооборота и денег не будет, и бизнес у вас просто, ну, распадется. Дальше, да, следующее возражение: муж, семья против. Так, Ксюша что-то много-много написала, немножко это, читайте, если вопрос короткий, напишите. Муж, семья против, да? Ну, это тоже стандартная такая отмазка, да? Не то, что отмазка, большинство, ну, честно сказать, да, ваша семья, ваши близкие, они хотят вам только лучшего, да? Когда вы начинаете такие на точке энтузиазма прибегаете, говорите: я там такую систему нашел, такие деньги, банкеты, бла-бла-бла. Если человек в этой сфере никогда не работал, да, не понимая, в чем суть дела, естественно, он, ну, в какой-то степени может поддерживать в глубине души, но все-таки переживает за вас, да, потому что он боится, что вы можете ошибиться, что вас могут обмануть, если это холодный рынок, да. Есть мужья, которые сразу соглашаются, да, поддерживают жен. Поэтому семья, муж вам плохого не желают, просто правильно поговорите с ним. Вот у меня муж тоже был против, покажите именно ему результат, да. Сейчас я расскажу тоже, как я именно добилась, да, того, что муж мой одабривать начал мою работу. Здесь вот несколько слайдов, да, как мы собираемся с нашей командой, да, как мы были на BMW, да, как мы отмечали Новый год, здесь фотографий нет, но очень-очень много фотографий, как мы были на вручении машины, да, у нас Лиля Балдина получила машину, да, то есть как мы ходим, общаемся с успешными людьми, то есть он видит мой рост, он видит, что я нужна своей команде, он видит, что команда мне нужна, что я заинтересована, что я такая вся веселая, да, не просто там скучная какая-то тоскливая, плачущая мамочка, да, он видит мой рост, он, сейчас я открыла уже ИП, да, я являюсь индивидуальным предпринимателем, то есть он видит, да, то, что это моя жизнь, что я живу этим, и, конечно же, подбадривает и поддерживает меня. Вы просто покажите, не сидите тупо там за компьютером и не скрывайте то, что вы работаете в рекламе. Вы правильно преподнесите ему информацию. Поэтому здесь, это же ваши близкие люди, они поймут вас. Просто правильно преподнесите ему информацию постепенно, не сразу, потому что сразу, естественно, будет такой игнор, да, либо просто какое-то такое возражение: нет, тебе это не надо, занимайся с детьми и так далее. Вот, дальше, да. Следующее возражение, это у нас, так, у меня дети, да, у меня дети, у меня нет также времени, да, на вашу работу, заниматься ерундой не могу, да, что хочу сказать, да, есть мамочки, которые говорят: у меня дети, поэтому я не работаю, да, а есть мамочки, которые говорят: я работаю, потому что у меня дети. Дети – это наши мотивашки, да, каждый, ну, некоторые узнали, да. Да, Ксюша молодец, правильно говоришь, мой муж уже каждую знает, когда я начинаю говорить: а вот Лена, а вот Ксюша, он меня уже знает, по фамилиям даже некоторые знают, поэтому общайтесь именно со своими близкими правильно, да, ну, правильно объясняйте ему именно. Здесь, да, у нас есть мамочки с двумя детьми, с тремя детьми, поэтому дети наши мотивашки, да, и что хочу сказать, работайте ради детей, все-таки их жизнь в наших руках, да, и будущее их только, конечно же, зависит от нас.
И какое будет будущее ваших детей, конечно, зависит от их родителей. Либо они будут всю жизнь, там, 40 лет платить ипотеку, да, либо будут не в кредитах, да, иметь свои, там, одну-две квартиры и ездить на шикарных машинах. Это все от вас зависит. Дальше, да. У меня нет знакомых. Такой интересный слайд, да, большинство говорят, у меня нет знакомых, мои люди не придут. И когда начинаешь элементарно говорить, ну вот как у тебя нет знакомых? Ты в школе учился один, ты в университете учился один, ты в садик ходил один, а ты лагеря посещал? Посещал. Один был, ну, в смысле, как воспитатели там, да, они за тобой ухаживали один человек, и все. И даже воспитателя не было, он же незнакомый. Поэтому, да, знакомым не надо. То есть все решают за кого-то, да. Ты же и на работе, да, работаешь один, ты же в детский сад водишь своего ребенка, и никто за ним не ухаживает, не смотрит, не воспитывает его там, да, и в детском саду у тебя нет знакомых. Поэтому обязательно, как работаем, да, здесь, со списком знакомых, естественно, да, нужно записать список знакомых, это отдельный вебинар, да, активные люди, да, менее активные, агрессивные, негативные, да, таких людей мы, конечно же, исключаем. Берете свой телефон, когда люди говорят, что у меня нет знакомых, включаете свой телефон, да, и смотрите, сколько у вас там контактов. У вас там однозначно не менее 200 контактов, я вам точно могу сказать. Поэтому вот элементарно откройте свой телефон и для интереса можете посмотреть. Дальше. Одноклассники, Facebook, Контакт, да, вы загляните, когда мне говорят, у меня нет знакомых, да, я так и говорю, давай посмотрим твой контакт. А там 700 друзей, представляете? А если друзья друзей? То есть те люди, которых ты еще не добавила, которых ты знаешь, ну, там, со школьных времен не общалась, да, но почему вы с ними не подружиться, да, поближе не познакомиться. Поэтому, естественно, круг общения – это такой нескончаемый список, да, теплый рынок, поэтому его обогащайте просто. Вот вглубь зайдите, да, вот, ну, элементарно, вот возьмите телефон, да, откройте, посмотрите, а, ведь реально так. Поэтому не нужно говорить сразу же, отмахиваться и говорить, что у меня нет знакомых. И ни в коем случае не решаем за людей, да, там идет в списке у вас там директор, да, и не стесняйтесь его пригласить, просто грамотно, нужно его пригласить, естественно, нужен опыт, да, вот, обязательно всех, да, ни за кого не решаем. Дальше, это же сетевой маркетинг, да, большинство также говорят, да, большинство вот не знают, что такое, большинство не знают, что такое вообще сетевой маркетинг, да, это рекомендации. Элементарно, вы сходили в кино, да, и вот своими впечатлениями делитесь. Вот, я был там на фильме «Экипаж», мне так все понравилось, там бла-бла-бла. Естественно, ваш друг такой весь от вашей энергии зарядился, он 100% пойдет на этой же неделе, либо на следующей неделе, в крайнем случае, за билетами на этот фильм. Это 100%. Даже не фильм, театр там, не знаю, вот подгузники у нас вот обычно так, да, аптеки, кинотеатры, магазины, верно, верно, кулинара. Подгузники, вот подруга меня подсадила на определенные подгузники, да, виды подгузников, то есть я постоянно их покупаю, но подруги мои не заплатили за рекомендацию, хотя она занялась и сделала работу, получается, сетевого маркетинга, да, поэтому здесь тоже правильно объяснять, что такое сетевой маркетинг. Дальше, пирамида, да, это пирамида. О, опять какая-нибудь пирамида, да, поэтому есть такие вопросы, да, бывают у вас такие люди, которые говорят: «О, снова какую-то пирамиду зовешь». Да, здорово. Есть люди, которые встречаются с такими вопросами, обязательно нужно выявить, да, понять, что такое пирамида, да. Есть у нас, конечно же, многие уже знают, да, финансовые пирамиды, товарные, да, где товар продвигается, и, конечно же, у нас есть административная, да, пирамида. Сейчас мы к этому тоже вернемся. Ну вот, просто вкратце скажу, финансовые – это там, где нет продукта, естественно, да, это такие как МММ, да, там ЗЕК вроде бы, что-то такое, поэтому там вообще нет продукта, там только деньги, то есть ничего вы не получаете, вы получаете бонус только от приглашенных людей, то, что люди вкладывают деньги, да. Обучение, естественно, отсутствует, это однозначно, да, здесь убеждают, затягивают, тебя настаивают, да, вот здесь уже конкретно финансовая пирамида. Дальше, если это уже товарная пирамида, да, там, где товар продвигается, здесь уже конкретная продукция будет, да, регистрация, но здесь написано 20-50 долларов, да, у нас регистрация 149 рублей, да, даже 2 долларов нет, поэтому здесь вообще, ну, человек ничем абсолютно не рискует, да. Система обучения у нас, ну, сами понимаете, да, какая, личностный рост, да,
вы самостоятельно решаете, вступить в проект или нет, то есть мы не занимаемся уговариваем, да, уговариванием, мы никого не уговариваем, ну, не хочет заниматься, ну, что ж тобой, ну, не занимайся, не работай, да, если тебе, ну, неинтересно, не интересует такая работа. Официальная регистрация, да, сертификации на продукцию есть, естественно, да, плюс тому, здесь у нас даже не пирамида, потому что любой у нас вот, как все говорят, в пирамиде, да, любой может, мы работаем по другой системе, да, вот веточку взять, любой нижний может обойти верхнего, то есть здесь такого у нас нет, то, что пирамида, она может развалиться и так далее, да. Ну, вот административную, если рассмотреть, да, вот у нас в банке как было, да, директор, да, заместитель был, начальники, да, замзамы, старшие менеджеры, затем просто менеджеры, потом консультанты, то есть, ну, вот так вот. И у каждого зарплата отличалась. Тут у нас никак не мог менеджер, допустим, да, получать больше, чем директор. То есть такого у нас не было. Поэтому делайте выводы сами, да, то, что официальная работа – это же не пирамида. Везде, даже элементарно в армии, да, там тоже там по этим идут. Поэтому элементарно, правильно нужно обрабатывать это возражение, да. Так, а что за банки впихивают карточки с бешеными процентками? Это нормально? Они берут их на ура, а мыльно-рыльное купить эту пирамиду. Да, точно, точно, точно. Там, получается, деньги сейчас дают, да, ты берешь чужие деньги, а отдаешь свои. То есть, поэтому и отдаешь намного больше, да. Вот, дальше, да. Я уже был в Oriflame, я знаю все, да. Я пробовал в других MLM-компаниях, да. Вот часто такое тоже случается. Здесь тоже не нужно пугаться такого возражения, да, когда говорят, я все знаю, у Дмитрия Ахова есть такой интересный анекдот, я рассказывать его не буду, поэтому очень такой смешной, до сих пор в голове крутится. Вот, дальше, да, как обрабатывать такое возражение, да, у нас, я вот задаю вопрос, а вот ты раньше работал, каких успехов достиг, что у тебя получилось, что не получилось, какая система была, а ты продавала? Ну, они начинали там говорить, я вот строила, я там то-то, то-то, то-то. Круто, что все знают, да? Вот, я, ну, задаю такие вопросы, да, я начинаю говорить, что у нас, вот, ты же не знаешь нашу систему, ты же совсем в другой команде, да, ты совершенно, у тебя совершенно другие наставники, спонсоры, да, у тебя совершенно другая система, другая команда. Ты понимаешь, что ты здесь можешь элементарно со своими людьми, которых ты хотела пригласить, или которых вот пригласили уже, ты с ними можешь нормально общаться, да, подружиться элементарно можешь, и многого достичь можешь. И тут тоже можно сравнить, да, такие вот жизненные ситуации, элементарно вот. Тут вот мужчина, да, с женщиной, картинка, женатый. Если вы, такое сравнение, да, жизненное, если вы элементарно вышли замуж, да, у вас не сложились отношения, вы разводитесь, убегаете, но вы же не говорите, что я уже была замужем, я все, больше не хочу замуж выходить, да, это такое же сравнение, элементарно, вы можете же, вы же ищете другого спутника жизни, да, вы знаете, что, ну, не все же мужчины одинаковые, да, то же самое, не везде все одинаково может быть, поэтому здесь нужно именно правильно мыслить, да, ну, неважно, замуж вы вышли или там встречаете, да, вы же все равно выбираете там и так далее, да. И вот элементарно работа, да, вот я так как сотрудник банка, да, я понимаю то, что мы работали вот в банке, да, к нам приходили люди на собеседование тоже, очень много было других банковских сотрудников, почему они не говорили, ну вот я поработала в Сбербанке, ну сейчас вот пришла там в инвест и думаю, ну вот, наверное, банк это не мое, я уже пробовала один раз в Сбербанке, да, у меня вот что-то не пошло, почему вы не идете сразу, не знаю, продавцами или полы не моете, да? Там что-то, ну, уборщица, наверное, все-таки лучше, да, уборщицей быть, чем в банке, да. Поэтому вы же все равно ищете какую-то там работу, да. Вы же не говорите, все, банк не подошел, я больше вообще работать не буду. Ну, естественно, вы что-то новое ищете. Поэтому здесь то же самое. Если у вас не получилось, это не означает, что у вас повторно не получится. Просто нужно как-то по-другому отнестись, как-то, Эльвина вот тоже банковский сотрудник, да, понимает, по-другому просто посмотреть на это. И по-другому именно сделать то, что вы не делали тогда, да, какие-то, может, ошибки вы выявили и так далее. Дальше, да, следующее возражение. Я не такой, как ты, я не лидер, да. Вот это тоже, ну, ты же болтушка, мне говорят, да, еще иногда, я там не общительна. Я привожу пример элементарно наших людей, да,
Привожу пример, вот Лили Балдина у нас такая девушка, говорю, вот с детьми, вот, но она же тоже не с рождения лидером была. Виктория Лян, но она же тоже не с рождения лидером была, да. Дмитрий Ахов, ну они же все всему-то научили, чему-то там научились, да, что стали такими лидерами. Начинаю приводить такие примеры, вот Татьяна Ахова, да, но она же не сразу так родилась и такая лидер, да, не успела ходить начать, и там начала уже, не знаю, бегать и так далее, да, и там, не знаю. Поэтому, естественно, лидерами не рождаются, да, лидерами становятся. И, естественно, об этом нужно задумываться, правильно говорить людям, когда люди начинают возражать, да, говорить, ой, у меня же там нет такой хватки, я не умею там убеждать, мы никого не убеждаем. Я не умею там руководить, я не умею обучать, я тоже этому не умела, поэтому все мы всему учимся. Таня, не обижайся, если я видела. Дальше, да? И последнее возражение, да, мне неинтересно, денег хватает, я хорошо зарабатываю. Это такое крутое возражение, я тоже его люблю, раньше я как-то думала, как бы на него правильно ответить, да, а сейчас я так говорю, да, круто, но если ты хорошо зарабатываешь, поехали в круиз в 2017 году вместе, либо поехали в Сочи вот в сентябре, поехали вместе. То есть люди начинают задумываться, я говорю, ну вот, я куплю машину, давай вместе купим, ну ты же хорошо зарабатываешь. Люди начинают, ну как бы смеяться, да, если, ну в основном теплому рынку, я так говорю, да, начинают смеяться и задумываться. Поэтому что хочу сказать, да, для некоторых 20 тысяч это ой, как хорошо, да, как, да, все живут, просто они думают, что 20 тысяч это предел, то есть они больше заработать не могут. Все, 20 тысяч, это уже хорошо. Хотя есть люди, которые 50 и 100 тысяч зарабатывают. Но почему бы, допустим, элементарно не заглянуть туда, да, не узнать, как они это делают. Поэтому у меня на этом все, да. Всем желаю, конечно же, успехов, удачи. И, конечно же, всем желаю попасть на классный, да, на эту поездку, да, в круиз в 2017 году. Поэтому берите всех своих подружек, друзей, кто хочет попасть, естественно, их приглашайте именно в проект, да, обучайте их, со знакомыми намного легче работать, веселее работать. Вот, если какие-то вопросы есть, вопросы задавайте. Если холодный рынок, как отвечаешь, так, стоп, что-то убежало.